Сегодня в «Звездном» аншлаг, но все они пришли не просто на турнир по самбо. Каждый из присутствующих здесь вспоминает Султана Ахмерова, человека, который ушел из жизни слишком рано, но оставил после себя много добрых дел. Для кого-то он пример выдающегося спортивного и политического деятеля, для кого-то – отец и муж, но для всех – прекрасный человек и настоящий друг. Турнир, посвященный его памяти, давно стал доброй традицией, и организаторы относятся к его проведению с особым трепетом. Турнир посвящен памяти моего учителя, человека, который, ну, можно сказать, дал мне дорогу в жизнь, Султана Раисовича Ахмерова. Это был действительно выдающийся совершенно спортивный деятель, вот, которого вот сейчас действительно нам всем чрезвычайно не хватает. Не хватает его одержимости спортом, не хватает его государственного мышления, менеджерских талантов. Светлана Журова, олимпийская чемпионка, а ныне депутат Государственной Думы, в Саратове не первый раз. Говорит, здесь много перспективных спортсменов. Их уровень в преддверии Олимпийских игр стал значительно выше. И несмотря на то, что самбо – это борьба, здесь удивительно сплоченная, добрая атмосфера, настоящее спортивное братство. Я понимаю, насколько здорово вот такие турниры проводить, потому что они обрастают серьезно своими традициями. В честь султана Ахмерова проводится этот турнир, собираются друзья, собираются люди, которые любят спорт, которые им живут, и самое главное, со всей России. Это действительно такое братство. Лучшие из лучших. Победа далась непросто. Саратовские самбисты радуются наградам. Наконец-то можно вздохнуть спокойно после напряженных боев. Эмоции, травмы. Для них этот кубок – боль и радость одновременно. Конкуренция была очень высокая, и выиграть было очень сложно. Пришлось выложить свой максимум, чтобы выиграть первое место. Победителям – лавры, почет и ценные подарки. А среди сильнейших выбрали еще и самого везучего. Разыграли главный приз – автомобиль. Сегодня спорткомплекс «Звездный» действительно стал полем чудес. И даже не из-за дорогих призов и всероссийского масштаба турнира, а потому что так много людей собрались, чтобы поделиться эмоциями. Каждый старт в жизни, вот, он что-то прибавляет. Ты, когда борешься, ты учишься. То есть ты учишься побеждать, и учишься побеждать. Самая главная победа – это победа ежедневная над самим собой. Спорт призван объединять. На турнире говорят громкие патриотические слова. Сделать Россию сильной нацией, победить на Олимпийских играх и быть всегда впереди. И турнир памяти Султана Ахмерова – еще один шаг к высшей ступени пьедестала почета. Ольга Хазнудинова, Антон Романов, ТВ-центр «Саратов».